как-то не очень. Не знаю даже, что тебе ответить. Да, и тут не Мне требует так вроде ответа. и ничего. Ну, А? то есть они для меня так вроде и ничего выглядели эти пиздюки. Ну, вот этот бес и летающая, вот это как она Не, называется? у меня не летающий, у меня бегающий динозаврик. Ну, бес, который. Он уже на следующем уровне, короче. Ну, у меня он на последнем. Становится динозавриком. Там А потом чем? еще кем-то становится. Каким динозавриком? Ну да. Бес, он бес. Бетончиком. Ты за мага же играешь? Да, это про мага речь. Он же эволюционирует. Там, когда скилл прокачиваешь, Какой он а можно чё, каждый выбрать. раз и свои эти, что ли? У Не меня бес знаю. и это, как его Не, ну называется? сначала вес, потом он стал этим динозавриком. Таким. Ну, типа дракон, только короче. Слушай, ну это... У тебя, значит, по-другому. Ну, я ночной. Такой, ну, все, что ты понял. Надо это, Один зайти, без чтобы это... другого. Во-первых, друзья Никуда. добавить друг друга, а во-вторых, мне интересно даже стало, может, там от расы зависит, потому что мне не нравится именно... Ну, а ты кем? Ну, Миньоны я за были этого, как он призваны. называется, на Б, британец или А, бретонец. бретонец. Да. Так, а что у него тройка делает? Какой-то точный выстрел. Макс, это Бомба. овечка дает рывок, пока она понятно. А собирать ее, Макс, надо, по-моему, почти так же, как сейчас. Ты не помню, что я собирал. Помню, что мне тут вот там в кустах эта штука мне понравилась. Ее как раз мастерить не надо. Надо Я кушку. ее не хочу. Нет, ее не надо, ее Так, надо отстань, кушать. я ее хочу. Кому так классно будет? Надо кушать. Спокойно. Мне нравится она. У меня лапки. Да, у него лапки. Тройка, я надеюсь, она не прыгает. Она просто так кидает. А по кушать. Кушать тогда скажешь. Там на самом деле такой тип противный. Мунда только ты его сможешь убить. Я, короче, первым отцом Ботарк будет, понял, Макс? Ботарк. Ну вот этот меч уничтожного стреляет. Мы не сны. Мы пробуждены. Я, наверное, ее куплю даже сейчас. Она не снит. Поганая вышка. Она Пойдемте только... заберем. Они Слышь, что Макс говорил? Она только не снит. На онлайн включение. О. А, появилась. Под ногами у меня появилась. Красота увядает. В этом ее очарование. Эх, не такой трудный, как казалось. Так, а ульта у нее что делает? Уязвимость? Ну не все. Ты не можешь... Все в зоне вокруг тебя не могут... Все это, включая врагов. Ну там это... Да и, короче, по окончанию действий... Команда... Никто не спрятался. Хотя
Да не это. Что Гарон, что Лиза. Монстры следуют тем, кто не хочет идти добровольно. Вперед! Я тебе говорю, что Гарон стоит. Чтобы скорее нас встретить. А, я когда из зоны выхожу, она за мной убегает. А тебе еще и приказывают эти собачки. Да, она сама что-то живет. Те, кто нас донат. А он отматывает время к моменту, когда ты поставил купол? Нет, просто на 5 секунд. Да, там. А почему он на купол откатывается? Он откатывается, видишь, за тобой бегает. Ублюдок. Вот он откатывается туда, где этот ублюдок находится. А потом ту, которая делает три выстрела. Ну, то есть ты там метишь врага и три выстрела. Тройка? Я не знаю. Сначала единичку. Блин! Мне осталось 10 такое. Завтрашний день надежды, но не обещание. Пойдешь. Как еще не я ее убил? Так, ладно. Короля, да? Короля, да, первым делом. Его выковали в землях, где нам не рады. Какие-то бомба, непонятно, пока не знаю. И куда бы овечка не пошла? Волк всюду следовал за ней. Это когда тренда ультует. Я знаю. Зачем Охоте слова не нужны!
зря я себе не взял, чтобы ее покупать. Настоящего. Да, это не А я не успел покажить. Б. Никому не скрыться. Макс, дальше ураган. Чтобы по трем целям сразу. Я его и собираю. Правильно. Никуда бы овечка не пошла. Волк всюду следовал за ней. Волк всюду следовал за ней. Ой, не то нажал. Ну ладно. Как я сдох, я же в зоне. Ну, зона кончилась. Вот и. Кейса меня убил. О, там Мунда АДшник. Полу АДшник какой-то. С этим, со страхом. Все узнают о нас в свое время. Когда ты чувствуешь голод? Ай. Выдавца, это ты! Я так-то неплохо стреляю с вами и щитами. Много способов умереть. Ну, я думал, она ворвёт. Там тринда, ну бас. Куда? Что это, блин, насчет, я не знаю, здоровый предстал, убежал. Вообще какой-то беспардонный чувак. Знаете. Слушайте вышку. Место она меня бьет, вышка. Так ты Мунда не бей, тогда вышка не будет. Я не бью, собака его бьет. Казали Кандомера, а это... Задолбала она меня приманивать своим хренью. Два наших овощечка остались. Все. Твой свет я.
Ты зря, ну. Блять. Ну ты же знаешь уже. Да, она задолбала. Ну так ты знаешь о том, что оно есть, и все. Овца, я ее хотел убить. Либо жги, пока Миша не тащит. Не вешает. А когда он вешает, она меня не может целовать, да? Да, ничего. Он вешает на меня фигню. Интересно, какой он будет? Пошли, отдались. Она прям меня высвечивает, это лиса. Собака. А ты у нас единственный, кто? Эр, Соня! Ты же меня не вешаешь? Я! Она кританула, я думала, еще переживу. Так а ты это, ты бы потом урон еще наносишь. Она как раз стояла вот здесь. Это я убила, если бы нажала. Я хотела еще одну атаку дать и ее откатиться. Она кританула. Максим, стой, никогда с ней так нельзя. С кем? Вейн. Подошел, постоял, потупил, с ней так нельзя. Она какой постоял, я ее сразу стрелять начал. Неправда, ты просто подошел и постоял. Мы одновременно начали друг друга бить. Я прямо видел это. И ты не сильнее, Лонфу. Меня тут прикрыли. Противник убит. Я ему не наношу ничего. Ты думаешь, я наношу? Макс вот пришел. Бодрок у него нажимает. Я сейчас смотрю, я еще куплю что-то. Ты мне бьет дырбой. Ну там пуль этих крипов. Они вот эти вот осадные крипы мне очень... Ты там убегал тогда догнал? Потом Макс это, кровопийцу собирай. Слышишь? Да. Догнал там вообще кого-нибудь? Вам не следует тех, кто не хочет уйти добровольно. Слышь, Макс? Кровопийцу потом. Иду по их следу. И не стой там в кустах. Он с ультом запрыгнул, вот это блин. А у меня Жони нет. Блин, она прям за мной бежит, эта дура. Те, кто нас боят, придут нам огромное. Пиздец. Мартин, я с ним, блядь, скажи серии. Чё мне делать, мы всех перебили? Под вышки прятаться. Ну, я думаю, я тут один не спрячу. Вот, кстати, как-то можно делать, чтобы автоатака была. Надо сделать, а то он просто так стоит, не бьет.